холодное время года усиленно эксплуатируются печи и электрообогревательные приборы. Часто это приводит к перегрузке электросети. Сотрудники Главного управления МЧС России по Брянской области проводят дополнительные рейды по предупреждению пожаров и гибели на них людей. Ежедневно на территории региона инспекторы проводят подворовые обходы, а также инструктажи по месту жительства. Как показывает анализ пожаров, при понижении среднесуточной температуры воздуха резко увеличивается нагрузка на электрические сети в жилых домах. Связано это с активным использованием населением электрообогревательных и нагревательных приборов. Не пользуйтесь неисправными и самодельными электроприборами, не оставляйте их включенными без присмотра. Спасатели объясняют, в чем заключается опасность оставления техники без присмотра, почему запрещено обматывать источники света тканью или бумагой, использовать поврежденные провода, а также применять домовые печи для сушки вещей и использовать для их растопки керосин или бензин. В любое время года большое количество пожаров происходит в частных домах. Причины пожара всегда одни и те же. Это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, детская шалость, неправильная эксплуатация газового, печного и электрооборудования. Поэтому задача сотрудника МЧС – дойти до каждого гражданина нашего города и предупредить о последствиях и халатного отношения к собственной безопасности. Инспекторы вручили гражданам информационные листовки с правилами пожарной безопасности. Александр Новиков при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Брянской области. События, Брянск.